Итак, ребята, всем привет. Сегодня у нас 9 ноября 2017 года. Решил прогуляться. Ну, точнее, не прогуляться, а кое-что вам хочу показать. Кое-что, одно местечко. Вот тут рядом с нами проводятся такие работы земляные. То есть занимается инженерными коммуникациями. Нидерландская компания по газовому оборудованию ведет какие-то ремонтные работы. И вот они у нас тут 2 дня копали-копали, здесь что-то копали-копали рядом с нами. А я решил посмотреть, что же там есть. О, блин, там даже люди ходят, нифига себе. Получается, вот смотрите, какая картина. Вот смотрите, как у них так, сейчас я, наверное, знаете, как сделать, подождите. Ну, вот так вы увидите. Вот смотрите, трубы, как они там расположены. То есть вот все инженерные коммуникации, все у них проложены под землей. То есть вот это большой узел, резервуар какой-то газовый. Там есть гильзы такие красные, синие, из пластика. Это электропровода, канализация, сантехника. И они вот когда копали здесь все аккуратно, они высасывали, машина такая, вон она стоит там. У нее сзади шланг. Это насос. Сейчас я обойду, покажу. То есть они чуть-чуть подкопают там лопатками, все остальное высасывают как насосом. Вот эти еще шланги у них какие-то непонятные. Вот такие значки у них. Я просто показываю, как все это выглядит со стороны. Вот там 2 человека что-то делают, не знаю, что они там делают. Посмотрите, а. А, они чистят трубу, понял. Они зачищают трубу. Ну вот так вы все видели. Вот студент у нас тут, школьники выходят. Вот машина работает здесь. Ну а вот он и я, ребятушки. Привет! Откуда? Давайте все хором! Привет! Из Нидерландов, ребята! Вот это у нас такой вот утро, примерно 9 утра. Решил вам показать, что здесь вокруг меня. А вот с другой стороны, что меня сейчас окружает. Откуда я пришел и куда я иду. Возвращаюсь, ребятушки. Ну все, на этом достаточно. Всем пока. Удачи!